Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Закадычные друзья в жизни, непримиримые соперники на ковре. Во Всероссийский день самбо в финале самарского турнира встретились Рустем Исмаилов и Матвей Корчеманов. Более опытный Исмаилов положил товарища на обе лопатки. Мне понравился поединок с моим другом. Он достоин этого, что со мной боролся, потому что он хорошо борется. Я его выиграл 5-0. Он, конечно, ему не удалось победа, но я был бы намного сильнее и техничнее. Всероссийский день самбо отмечают более чем в 100 городах страны. Официальной датой рождения национальной борьбы считается 16 ноября 1938 года, когда этот вид спорта был признан спорткомитетом СССР. Впервые отмечать профессиональный праздник спортсмены начали в 2008 году. Сейчас самбо популярно во всех городах Самарской области. Во-первых, я вообще выбрал это для самообороны, потому что я не любил то, что меня все бьют и так далее. Вот. После этого меня все начали бояться сами. То есть вот так вот. Самбо для меня это жизнь. Мне вот нравится ездить постоянно по соревнованиям. Вот именно те ощущения, которые передает мне борьба. Вот те переживания. Потом в конце идет расслабление, когда ты наконец понимаешь, что выиграл это соревнование, выиграл схватку. В нашем регионе день самбо отметили в двух городах Сызрани и Самаре. На ковры побороться вышли подростки не старше 14 лет. А 16-летние самбисты уехали за медалями в Москву и привезли бронзовые награды. Эти соревнования такие значимые, ежегодно проводятся в Москве, к ним готовятся. Но наша команда практически ежегодно там выступает, поэтому нас приглашают. Мы практически ежегодно призерами этих соревнований, поэтому нам специальные приглашения присылают, нашу команду вызывает для участия. Отметили в Самаре еще одну дату. 70 лет назад в Куйбышеве Николай Васильевич Макаров открыл первую секцию самбо. Его ученики, а теперь уже ветераны спорта, участники городских турниров и чемпионатов мира, получили памятные подарки. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.